Итак, всем здравствуйте. В этом видео я вам покажу и расскажу, как снять блокировку Google аккаунта на телефоне Huawei DIG L21. Это Huawei GR3 2017 года. На устройстве восстановлены настройки по умолчанию, чтобы продолжить вводить в аккаунт Google, который был синхронизирован с ним. Клиент этот аккаунт, к сожалению, забыл. Вот. И я вам покажу, как его снять. После вот этого вот меню, когда вы уже дошли до проверки, вернуться в основное меню не получится. Поэтому можете сразу телефон перезагрузить. Покуда телефон перезагружается, расскажу, что вам понадобится. Вам понадобится microSD-карта. Вот такой вот ключик или булавочка, чтобы открыть слот. И программка. Ссылку на программу я вам оставлю в описании. Вы ее скачаете на компьютер, зальете на карточку. Вот. И уже после этого вставите карту в телефон. И я вам сейчас дальнейшее действие покажу. После того, как телефон перезагрузился, подключайте его к сети Wi-Fi. И либо, если у вас стоит сим-карта с интернетом, то к Wi-Fi не обязательно подключаться. Самое важное, чтобы у вас с телефона был доступ в интернет. Так, возвращаемся к главному меню, там где выбор языка. И нажимаем двумя пальцами и держим. Активируется функция TalkBack. Это функция для людей с плохим зрением. Вот, в этой функции есть... TalkBack is a screen reader primarily for people with blindness and low vision. It allows interaction with the device using spoken feedback. TalkBack tutorial. Showing items 1 to 3 of 5. Using volume settings. Так, в общем, не будем, просто прикрою пальцем, чтобы она не гомонила. Делайте такой жест по экрану. Буква L большая. Открывается контекстное меню. Далее выбираете TalkBack Setting. TalkBack settings in list. И подтверждаете. Double tap to activate. TalkBack settings. Дальше смотрите. Эту функцию можно отключить путем нажатия клавиш громкости вверх и вниз одновременно. Alert suspend TalkBack. Вот, отключайте эту функцию. Checked. Op. Checked. 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 Not checked. Все. И отключайте ее, потому что ей не очень удобно пользоваться. TalkBack suspended. Далее переходите к help at feedback. В поисковой строке, ну, скорее всего, у вас уже даже будет популярно voice access. Если нет, пишите voice. И находите вот пунктик, как Get Start with Voice Access. Вот, открывается такое вот окошечко, где есть видео. Запускаете видео. И нажимаете на ярлык часов. Загружается YouTube. Ждем загрузки. Еще раз попробую. Вот. Открываем любое видео и находим стрелочку поделиться. Поделиться мы будем через Gmail, но входить в почту мы будем не в ту, которая у нас непосредственно есть в Google,
Вот, а мы будем использовать любую другую почту. Я буду использовать Яндекс.Почту. Вводим свои данные. И подтверждаем пароль. Если почты у вас нет, вы можете через компьютер ее зарегистрировать. Вот я в Яндекс захожу. Все-таки оставляете. Вот моя почта. Возвращаемся назад. Нажимаем поделиться. Gmail. Skip. Take me to Gmail. Ну, собственно говоря, вот мы попали в Gmail почту, только она у нас на Яндексе. Ну, нажимаете назад вернуться и создаете новое письмо. Я пишу, к примеру, ссылку. www.google.com. И отправляю его самому себе. И нажимаю на самолетик. Send. Теперь в исходящих письмах у нас уже это сообщение есть. Открываете его. Нажимаете на вот эту вот ссылочку. Вот. И у вас появляется дополнительное меню. Нажимаете и держите. Вот здесь вот там, где три полосочки, нажимаете. И вот здесь вот есть Assist. Надпись такая. Нажимаете Assist. И ждете. Здесь нажимаете «Нет, спасибо». И в поиске пишите «Файл». Вот, и у вас есть, предлагает вам открыть предложение «Файлос». Его мы и открываем. Далее переходим на пункт «Apps», там, где наше приложение. И устанавливается приложение «Good GSM-EDGE FRP версия 8.0 АПК». Так, у нас пишет то, что установка заблокирована, потому что она не из известного источника. Мы разрешаем вот этим вот пунктом. Разрешить из неизвестных источников. Возвращаемся назад и устанавливаем. Нажимаем «Installing». Принимаем. Открываем. Далее здесь две кнопочки. Сразу устанавливаете Google Account Manager версии 6.0. Done. Теперь Bypass FRP. И здесь выбирает метод, каким можно сделать. Нажимаете Browser Sign In. Выполнить вход в браузере. Здесь нажимаете на три точечки. Вот, и выбираете вот это вот вход в браузере. Теперь вам нужно ввести сюда тот аккаунт, к которому вы имеете доступ и знаете пароль. Аккаунт Google. Вводим. Так, теперь пароль. Ну и подтверждаете сигнин. Выполняется вход. Теперь перезагружаете телефон. В принципе, этот
телефон уже перезагрузится, уже ввод аккаунта не будет требоваться, так как мы вошли. Остается только зайти в настройки, удалить этот аккаунт, вот, и сделать обратно полный сброс. Сейчас убедимся в этом. TalkBack suspended. Так, отключаем сразу TalkBack. TalkBack resumed. Exit button. TalkBack suspended. Double tap to activate. Next. HW startup. Next button. Так, отключаем TalkBack suspended. Принимаем условия. Ну, производим изначально настройку телефона, так как будто бы он у вас с завода. Так, ну вот, в принципе, мы уже телефон запустили. Осталось зайти аккаунт Google, Remove аккаунт. И выполнить reset, backup and reset, factory data reset, reset phone, reset phone. Все, сейчас телефон очистится, перезагрузится, и Google аккаунт уже не понадобится вводить. Так что всем спасибо за внимание. Кому я помог, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал. Всего доброго!